Всем привет, на связи Эндемика, и в этом видео хочу поговорить об автоматизации. Почему стоит уделять этому внимание и почему стоит прорабатывать ее в каждом своем треке. Давайте начнем. И у меня здесь есть такой небольшой набросок ударной группы. Давайте его послушаем сначала. Ну, такой незамысловатый драм-луп, можно так назвать, собранный из ваншотов. И есть вот такой бас в Диви, конечно же, в Диви. И давайте что-нибудь сделаем. Давайте пропишем какой-нибудь MIDI-клип. Что-то типа того. Отквантуем все это по сетке. Такое, что-то около диповое получилось. Да. И давайте посмотрим, что вообще можно здесь сделать. Перед нами много разных органов управления, и я предлагаю пойти следующим образом. В конце каждого квадрата, может быть, не в конце, а в общем на протяжении квадрата, мы будем менять какие-нибудь элементы, и все это дело будем автоматизировать. Постараемся сделать как можно больше автоматизации, чтобы максимально разнообразить вообще эту бас-линию. И вообще в целом ответим себе на вопрос, почему нужна автоматизация, потому что это делает трек живее, разнообразнее и интереснее. Давайте посмотрим, что можно из этого сделать. Включаю кнопку конфигурации, и здесь будут появляться, давайте начнем с фильтра. Здесь будут появляться эти регуляторы, которые потом в дальнейшем мы будем привязывать к нашим линиям автоматизации. Возьмем вот этот, возьмем резонанс. Пусть будет FM. Ручку второго осциллятора. Он у нас здесь в 0, он вообще не звучит, здесь только один осциллятор сейчас. И вот ручку октавы. Ну, пока все. Пока все, и давайте прописывать. Активируем здесь наши линии автоматизации, и они у нас вот здесь все показаны. Вот так сделаем. Вообще делаю на самом деле все таким довольно рандомным способом. Потому что сам не знаю, что из этого вообще выйдет. Но попытаемся. Кстати, можно сразу их добавить на отдельные дорожки, чтобы потом мы могли легко ими управлять. Что-то мне не нравится. Это резонанс. Ну, пусть будет так. Можно, кстати, такую вещь сделать где-то здесь. Или здесь. Потому что получается интересный эффект. Так, здесь не очень удачная идея, поэтому мы ее удаляем. Да, вот здесь оставим так. Так, ну нормально. Оставим бас пока в таком виде. И приступим к каким-нибудь синтам. Тоже возьмем Диву. Смотрим вообще из моих. Такой аккорд пропишем, тоже отквантуем его. Да, пусть будет так. И посмотрим, что можно автоматизировать здесь и как можно сделать этот звук еще интересней. Так, вырежем здесь низкие. Здесь целесообразно будет поработать с фильтром. Если есть MIDI-контроллер, можно привязать эту ручку к ручке MIDI-контроллера и вручную делать, изменять параметры. Это будет очень удобно. Я буду делать мышкой. Ну, у меня есть контроллер, ну, буду делать мышкой. надо убедиться, что активна кнопка записи автоматизации. И когда мы нажмем, также вот этот плюс тоже должен быть активен, потому что когда мы нажмем кнопку записи, наша записанная MIDI-партия не будет стираться, а будет оставаться на своем месте и будет записываться только MIDI, то есть будет записываться только автоматизация. Получается, что мы записали и фильтр, и резонанс. Давайте их добавим. Можно еще добавить ручку FM где-то в конце для динамики. Тоже добавляем ее в отдельный канал. Вот здесь можно услышать этот переход. Такой, такой эффект. Довольно интересно получается. Так, двигаемся дальше, и можно добавить еще какой-нибудь звук. И тоже поработать с его автоматизацией. Да, давайте так и запишем. Да, и мне кажется, нужно сделать вот эту ноту длиннее. И на длине этой ноты сделать какие-нибудь изменения. Это у нас будет второй бас. Поэтому переместим его в группу с басом. слишком часто. Давайте оставим так. И немножко уберем низких частот. Оставим только вот этот вот среднечастотный, вот этот режущий звук, который будет подчеркивать идею этого трека. Да, ну и давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Чуть-чуть, наверное, надо покороче. Можно изменить форму волны и придать тем самым движение такое внутри трека, такой как бы расстроенный эффект, расстроенного такого синта. Да, давайте попробуем. Сделаем так. Ну, тоже сделаем фильтр. И сейчас посмотрим, что еще можно. Да, можно еще поработать с октавами, с этим переключателем. И если менять его в быстром темпе, можно добиться какого-то интересного эффекта. Поэтому давайте попробуем что-нибудь такое изобразить. Так, облегчив работу, можно назначить LFO на вот этот шейп, сделать его медленным. Да, отлично, отлично. Такое тоже резкое движение можно добавить. На долю секунды. Но мы его добавим сюда. Отсюда уберем. Да, вот так. Небольшое движение, едва уловимое, но, тем не менее, оно придает движение в общем треке. Так, и что здесь у нас? Tune 2. Это у нас октава, да, по-моему? Поставим контрольные точки. И уже здесь будем работать. Ну, так можно попробовать. Можно и резонанс добавить для общей картины. Неплохо получается, но можно добавить, наверное, еще один какой-нибудь звук для полноты картины. Какой-нибудь пэд или арпеджио. беру все из стандартной библиотеки. Что-нибудь. Продолжаем насыщать. Возьму что-нибудь из последней библиотеки сэмплов, которую я выложил на уже выложил на моей Patreon странице. Очень нравится вот этот звук. И еще какой-нибудь последний добавим, просто для атмосферы. Немножко вот подредактируем. Да, вот так запишем. Можно немножко поменять сместить немного MIDI-клип, и немножко по-другому зазвучит наш трек. Так, что-то у нас здесь неровно. Теперь отлично. На этом, в принципе, можно и закончить. Я думаю, что наглядно смог показать то, что на самом деле автоматизация — это очень интересная и важная штука, потому что без нее, без вот этих микроизменений, трек звучит скучно, сыро. Ну и я не побоюсь сказать, непрофессионально. Поэтому всегда уделяйте время на автоматизацию, прорабатывайте ее. Ну, разумеется, здесь показано все грубо и быстро, но когда есть идея и когда есть много свободного времени, обязательно уделяйте этому внимание. На этом все. Файл этого проекта я, как всегда, публикую на своей Patreon странице. Либо, кто по каким-то причинам не может подписаться на Patreon, есть альтернативный способ. Пишите мне на почту. Все ссылки я оставлю в описании. Всем пока.